Каля 2000 тонн бярозавага соку плануюць нарыхтаваць сёлета лясгасы Магілёўскай вобласці. Яго рэалізуюць як прадпрыемствам перапрацоўкі, так і насельніцтву. Але грамадзяне самі могуць здабываць бярозавік, прычым бясплатна. Праўда, пры выкананні пэўных правілаў. Диаметр отверстия должен быть не более 1 сантиметра, и глубина отверстия не более 3 сантиметров, не считая коры. Лясничие показывают, как правильно сбирать бярозовый сок, каб не нанести шкоду древу. Хоть нарыхтовывать бярозовик почали во всех лясгасах в области, больше активно работы ведутся у паўднёвых районах. Сёлета плануюць реализовать каля 1700 тонн перапрацоўчым прадпрыемствам, еще 250 тонн продать насельніцтву. Цена реализации сока для населения без НДС, я называю цены, порядка 13-15 копеек за литр, ну, у нас на лесосеке. А если уже, так скажем, с подвозом где-то к административному зданию лесничества или лесхоза, то это порядка где-то, ну, 18-21 копейка без НДС. Але грамадзяне и сами могут подсушивать бярозавік. Население обращается в лесничество, и если есть возможность, такая, есть такие насаждения, которые можно, так скажем, да, производить, запосаживать, так скажем так, то указывается конкретно физическому лицу место, где он может заготавливать, без всякой оплаты, так скажем, без выписки разрешительных документов. А после закончения подсочки, коли на бярозах з'явятся пупышки, треба обовязково прибрать за собой. Мы закупориваем деревянными шпунтами данные отверстия и замазываем это садовыми замазками, садовым варом. Также можно использовать смесь глины с содержанием извести и до 10-15% золы. Специалисты нагадывают, что за порушение правила у нарыхтовки бярозового соку предугледжены штраф до 20 базовых величин. Снежана Крыжевич, Сергей Карпяку, Александр Тарасов, Александр Артемьев. Новини региона.